вами программа «Зефир. Вкус жизни» онлайн в эфире Fashion Week TV. Партнерами показа являются ювелирный дом «Арканит». У меня в гостях прекрасные модели и хозяин модельного агентства Владимир Юдашкин, Mother Agency. Скажи мне, Вова, сколько моделей ты поставил ходить на подиум на эту всю неделю? На это немного. Мы в основном занимаемся работой для моделей в тех странах, где сконцентрирована индустрия моды. Это Париж, Лондон, Нью-Йорк. И в основном наши модели работают там. В Украине, как правило, работают только новые девочки, либо которые по какому-то там стечению обстоятельств, так получился график, что они оказались в Украине. Вот. В этом году, в принципе, за последние, наверное, лет 5, у меня меньше всего моделей в Украине, потому что раньше у нас приезжало так много моделей, мы снимали им там целые там этажи в гостинице, у нас было действительно очень много, там все мои друзья, волонтеры помогали их там на машинах возить там одного кастинга в другой. Вот. А сейчас мы так хорошо работаем, что все модели, которые... Я вас с этим поздравляю. Спасибо большое, да. Все модели заняты в других показах, да? Ну, они в основном за границей работают. И сейчас несколько девочек, около 10 девочек, которые новенькие, только начинают. Вы начинающие девчонки? Мы начинающие, да. На каком показе? На показе Аленовой, конечно, вы, да, ходили. Да, у нас был дебютный показ. Расскажите мне дебютный показ. Было все просто замечательно, великолепно. Она отличный дизайнер и женщина. И просто она цветет и пахнет, и все прекрасно. В общем, только позитивные эмоции. Мечтаете попасть на показы мировых кутюрье? Мечтаем, конечно. Да? Да. Вова, ты поможешь в этом, да? День и ночь будет трудиться. День и ночь, да? Скажите мне, пожалуйста, будете заняты еще на этой неделе моды? Будете ходить у других дизайнеров? А я, к сожалению, завтра улетаю в Турцию, там тоже будет Почему проходить... к сожалению? Ну, я бы хотела, конечно, у нас в Украине, но буду лететь туда тоже на Fashion Week. Вот. А ты? На Елене Реве буду. На Елене Реве, да. Мы тебя еще увидим. Спасибо большое, что вы дождались нашего интервью. Нам было приятно с вами пообщаться. Смотрите Fashion Week TV в прямом эфире телеканала BTV. Спасибо большое. Я вам, девчонки, желаю успеха. Все, спасибо большое. Отдыха сегодня. Тебе тоже спасибо. Спасибо, что вы дождались.